умываемся, да, под водичкой. Так, значит, нанесу немножечко, так, на ладошку, вернее, да, тыльную сторону ладошки. Теперь, да, можно с помощью губочки, можно почувствовать структуру, вот эти вот, так вы не почувствуете структуру. Частички. Да, частички, которые вот сейчас прямо, что вот, что вы ощущаете сейчас, что происходит? Частички и очень мягко. Мягко, да? Мягко ложится. Что еще? Что у вас? Мягко и как очень мягенько. Да. Мягенько, нежно, да? Нежненько, деликатно очищает, правильно? Теперь смываем ручку эту. Нам же умыться нужно, очень да? Деликатно. Это, вот это происходит у вас на лице. Нежно и деликатно, и очень бережно. Умываемся. Я вам даю по салфеточке. Вы бросайте туда. Так, пожалуйста. Умылись, да? Вытираем. И теперь мы берем ватные диски. И тонизируем, обязательно тонизируем кожу. Как это должно быть на самом деле с нашим лицом? Так, пожалуйста. Давайте, смачиваем, да? Вот вам вот довелось такая вот честь, да? Пока еще не получили у нас заказы. Все первые заказы будут завтра, а вы уже тестируете эту серию. И вот сейчас мы дозавершаем. Давайте я вам еще нанесу. Да. Дозавершаем процесс очищения. Удаляем все остатки, все-все-все. Вот теперь вот какое ощущение? Свежесть. Свежесть. А вот теперь вот так вот вы сложите ручки. Вот немножечко разница. Разница. Прям выбелили свою руку, правильно? Да, вот можете даже вот повернитесь, девочки. Вот есть разница, да? Вот особенно вот у нашей гости очистили, да? Вот такое происходит у вас на коже лица. И только после этого ваша кожа уже готова к нанесению крема. Но перед тем, как нанести крем, пожалуйста, спасибо большое. Перед тем, как нанести крем, вы обратили внимание, что в каталоге представлена сыворотка. Обратили внимание, все обратили внимание. Это сыворотка антивозрастная. Возраст какой? 35+. Очень такая, знаете, мощная, да, мощный коктейль компонентов увлажняющих, подтягивающих, антивозрастных компонентов, которые борются с морщинками. Для чего нужна сыворотка? Она же не просто так представляется в каталоге. Для чего нужна сыворотка? И крем, кстати, ставлю тоже. Для чего? Для усиливания крема. Усиливает действие крема, правильно. То есть сыворотка является таким проводником крема, который будет еще более эффективнее работать, который еще будет более эффективно бороться с морщинами и увлажнять кожу, и работать уже на клеточном уровне. Поэтому обращайте внимание ваших клиентов и себя, конечно, да, если вам 35, вашим клиентам 35+, то обязательно предлагайте эту серию. Здесь в составе такие мощные компоненты, которые действительно очень хорошо, когда я нанесла вот крем на свое лицо, то я почувствовала вот действительно такое глубокое увлажнение. Ну, мне очень комфортно было. Крем не сильно плотный, но не сильно легкий, так скажем, да? Сыворотка, она по определению идет легче. Этот крем подходит для всех типов кожи, но может быть кроме жирной. А там надо тестировать. У нас есть пробники, обязательно тестируем. И вот не представлен в каталоге, но я хочу сказать об этом средстве. Это, знаете, что это за средство? Я такое. У вас что это? Для очищения. Молочко для снятия макияжа. Но чем оно уникально? Тем, что это молочко еще можно использовать для очищения вокруг век. То есть здесь у нас, да, eye makeup. Это первое молочко, которое можно наносить на область век и снимать макияж именно с область век. Обращайте внимание, почему я его о нем говорю, потому что оно представлено сейчас вместо платы за доставку. 79,20 его цена.